На прилавках саженцы молодых деревьев, кустовые розы, рассада цветов. Дачники садового товарищества «Прогресс» вкладывают в свои растения душу. Каждый кустик без единого изъяна. В прошлом году здесь сделали подъездную дорогу. Теперь приезжать на дачу стало комфортнее. Ямы у хабы перекрыло ровное полотно. Все благодаря поддержке федерального центра и региональной программе благоустройства. В 2023 году помощь получили 20 СНТ. Средства направили на улучшение инфраструктуры, проведение коммуникации, установку линии освещения, улучшение транспортной доступности. Также сохранена вся поддержка садоводческим товариществом в виде субсидирования. У нас ранее было 10 миллионов выделялось на эти мероприятия, на реконструкцию электроснабжения, водоснабжения, ремонт дорог внутри СНТ, обустройство контейнерных площадок, потому что проблема очень большая с твердыми коммунальными отходами. Глава региона пообщался с дачниками, обсуждали насущные проблемы и финансирование на текущий год. На нужды садоводов из областного бюджета направят 72 миллиона рублей. 17 из них – это субсидии на возмещение затрат, связанных с экономической деятельностью. Большая часть уйдет на ремонт подъездных путей. Всего предстоит отремонтировать покрытие на 10 участках. Суммарно это чуть больше 7 километров. Несмотря на сложные условия, на санкционную политику в отношении России, несмотря на СВО, все равно доходы бюджета у нас из года в год растут. Ну, соответственно, и больше возможностей появляются, в том числе и для поддержки вас, СНТ. Дачники поддержку чувствуют. В прошлом году они вырастили больше 37 тонн продукции – овощи, фрукты, ягоды. Результат превысил показатель 2022 года на 10%. Урожай представляют на сезонных сельскохозяйственных ярмарках. Спрос большой. Ульяновцы отмечают качество товаров. При этом ценовая политика ниже аналогичных позиций в розничных магазинах. Это дает региону возможность самостоятельно обеспечивать продовольственную стабильность, не ориентируясь на импорт из других стран. Александра Никитина, Геннадий Бухтаяров, УПРАВДА ТВ.